Генеральная репетиция для выпускников прошла в Чебоксарах в 10-й школе. Сегодня школьники 6 образовательных учреждений написали пробный ЕГЭ по математике. 11-классники чебоксарских школ номер 17, 20, 24, 37, 57 и гимназия номер 5 попробовали свои силы незадолго до начала основного этапа сдачи ЕГЭ. Правила такие же, как и на настоящем экзамене. Заполнение бланков ЕГЭ, время на выполнение задания 4 часа, пользоваться телефонами строго запрещается. И никаких шпаргалок. Результат пробного экзамена ни на что не влияет и ни в каких официальных документах не фиксируется. Основной этап ЕГЭ пройдет с 26 мая по 11 июня. По предварительным данным, тогда сдавать математику в Чувашии будут более 6,5 тысяч выпускников. Для обеспечения информационной безопасности и объективности проведения экзаменов все пункты проведения оснащены камерами видеонаблюдения. При входе все участники будут проходить проверку ручными металлоискателями. Единый государственный экзамен в 2014 году проходит под девизом «Мы за честный ЕГЭ». К тому же, сегодня Роспотребнадзор впервые в открытом доступе опубликовал на сайте Федерального центра тестирования варианты КИМов ЕГЭ этого года по 14 предметам. Эти контрольно-измерительные материалы использовались при досрочной сдаче экзаменов. Таким образом, ведомство пытается защитить школьников от мошенников, которые предлагают недостоверные тесты. В этом году количество КИМ значительно увеличено. Они разработаны отдельно для каждого часового пояса и периода проведения экзаменов. Также задания подготовлены отдельно для труднодоступных и отдаленных местностей.